Всем привет! Добро пожаловать на наш канал. Я здесь с новым видео. Если вы хотите быть в курсе новых видео, не забудьте подписаться на мой канал и активировать колокольчик уведомлений. Мы собрали для вас реальных жен и любовниц профессиональных сериальных актеров, которые попали на экраны 7 канала. Халил Ибрагим Джейхан играет Ямана в сериале. Он родился в 1986 году в Стамбуле. Он участвует в музыкальной и киноиндустрии как фотомодель, автор песен, певец, автор песен и актер. У него есть сингл «Let Me Go», выпущенный в сентябре 2019 года. Он собрал более 1 миллиона просмотров. Помимо музыкальных работ, Халил Ибрагим Джейхан впервые и единственный актерский опыт получил в 2019 году в фильме «Мы немедленно вернемся». Он родился в 1991 году в Стамбуле. Окончил театральный факультет Анкарского университета им. Бехзата. Свой. Первый актерский опыт он получил благодаря роли в телесериале. Позже он сыграл суверенного персонажа в сериале «Баба Чандер», который был известен под такими известными именами, как Ураскай Гилараглу, Мелис Тюзюнатач, Берна Куралтюрк, который транслировался на экранах ТРТ. Талгапан Караглу в настоящее время находится с Эдой Пиракучук и недавно обнаружила обвинение в насилии в отношении своего возлюбленного. Гюлай Аздем играет Икбала в сериале. Он родился 15 мая 1978 года в Стамбуле. Он оставил факультет машиностроения в университете Эйлюль-9 и стал телеведущим. В те годы он работал на радиостанциях, таких как Радио Мега, Стар ФМ и Бест ФМ в Измире. Он представил новости о ночной программе новостей НТВ, начало которой было положено в 2009 году. Позже он представил программу «This Wells Every Night» в Ахабире. Он перешел в CNN Тиорк в 2017 году, но тоже ушел отсюда. Совсем недавно он вел шоу «Время сейчас» по радио. Гюлай Аздем в настоящее время играет со знаменитой актрисой Левен Джан. Сила Тюркоглу играет Сехер в сериале. Он родился 18 апреля 1999 года в Измире. Знаменитая актриса впервые начала сниматься в 2018 году, получив актерское образование, и была частью актерского состава сериала «Плачущая мама». После этого она снялась в телесериале «Йомин», который начал выходить на экранах 7 канала в 2019 году, и сыграла в этом сериале роль Суны. В настоящее время у Шилы Тюркоглу нет любовника. В сериале «Недима» играет Агус Ягджи. Он родился в 1984 году в Стамбуле. Он брал уроки актерского мастерства в культурном центре Садри Алишика. Он продемонстрировал 7-летнюю успешную игру в сериале «Подворье», что является его первым актерским опытом. Впоследствии он снялся в таких постановках, как «Красавица и чудовище», «Паитахт Абдулхамид», «Невеста из Стамбула», «Пылающий», «Мачеха», «Чудо-доктор», «Печать века». Известный актер Агус Ягджи в настоящее время женат на Мюге, и у них есть сын по имени Арас Селима. В сериале играет Осман Айдын. Он родился в Измите в 1986 году. Осман Айдын завершил футбольную карьеру после травмы, а затем начал работать моделью. Однажды он участвовал в телесериале «Феномен», который транслировался по 8 ТВ. Кроме этого он не появлялся ни в каких фильмах или телесериалах. Известный актер Осман Айдын был влюблен в Чагду Читин, которая была моделью с июля 2020 года. Гюльдерен Гюлер играет Кераза в сериале. Он родился в 1999 году в Стамбуле. Она изучала актерское мастерство в Башкентской академии коммуникации. У него был свой первый актерский
опыт в сериале «Любовь и синий» Эмры и Бурджуки Ратлы, который впервые был показан на экранах АТВ в 2016 году. Позже, в 2017 году, он сыграл Бехича в телесериале «Вставай, пойдем». Он также сыграл в фильме «Хэк-тэк» в 2020 году. В настоящее время у Гюльдерен Гюллер нет известного любовника. Али в сериале играет Мели Хаская. Он родился в Стамбуле в 1988 году. Окончил факультет спортивного менеджмента университета Анадолу. Он играл в волейбол как любитель 15 лет. Позже он начал играть в инфраструктуре столичного муниципалитета Стамбула. В 2018 году Мели Хаская участвовала в команде волонтеров конкурса «Выживший». Он родился в 1997 году в Стамбуле. Окончил актерский факультет университета Каджейли. Раньше он играл в пьесах «У Хилал Йылдыз нет парня, которым она делится» в своей учетной записи в социальных сетях. Поскольку более известного имени нет, у нас нет никакой информации, кроме его социальных сетей. Гезди Гюркан играет Бегюма в сериале. Он родился 10 сентября 1992 года в Бурсе. Гезди Гюркан, родом из Малатья, получил образование в области радио и телевидения. После окончания института 2 года проработал помощником режиссера, сценаристом, редактором журнала. Он и по сей день появляется во многих рекламных роликах и спектаклях. У него был первый актерский опыт в сериале «Темная любовь» на Star TV, а позже он сыграл персонажа Мехтапа в сериале «Ты поставил свое имя». У Гёзди Гюркана нет девушки. Ждем ваших комментариев. В 1997 году в Стамбуле окончил актерский факультет университета Каджейли. Раньше он играл в пьесах «У Хилал Йылдыз нет парня, которым она делится» в своей учетной записи в социальных сетях. Поскольку более известного имени нет, у нас нет никакой информации, кроме его социальных сетей. Гезди Гюркан играет Бегюма в сериале. Он родился 10 сентября 1992 года в Бурсе. Гезди Гюркан, родом из Малатья, получил образование в области радио и телевидения. После окончания института 2 года проработал помощником режиссера, сценаристом, редактором журнала. Он и по сей день появляется во многих рекламных роликах и спектаклях. У него был первый актер.